Астаны. Ю-ху! Очень приятно, это огромный результат для меня, потому что я строю свою команду только на холодном контакте, только на холодном рынке, при этом я не использую интернет, я работаю вживую, я беру методики, чтобы взять людей, чтобы к ним позвонить. Ну, было страшно, естественно, первый раз звонить, я это помню, это было 4 года назад, но теперь уже не страшно. Вот. Было страшно проводить встречи, но теперь уже не страшно. Да? Поэтому спасибо огромное, холодный рынок меня просто вдохновляет, я люблю. Я уже не удивляюсь, когда я могу пригласить человека, он меня видит первый раз, и завтра он приносит деньги на лайф-пакет, и ложит на мою карту, при том, что меня нет рядом в банке, потом приезжает ко мне, или если нету даже интернета, едет домой, я его сама оплачиваю как-то там. Поэтому могу сказать только то, что если у вас маленький круг знакомств, как у меня, да, или люди, которые, в принципе, не хотят быть такими, как вы, умными, прогрессивными и, самое главное, богатыми, идите в холодный рынок, там много людей, которые хотят вас услышать. Не бойтесь их, звоните к ним, идите, встречайтесь с ними. Ну, один раз вам станет жарко, второй раз подрежете колени. Третий раз, в принципе, вы выйдете и скажете, ну, что-то всякую ерунду несла, ну, могла же лучше, да? Но самое главное, что вы это делаете. Поэтому спасибо всем огромное. И еще огромная благодарность Светлане за ту великолепную, шикарную возможность, которую она мне дала в 2013 году. Моя мечта исполнилась, я очень сильно хотела вообще куда-то либо выехать дальше России. За первый год своей работы в Fire Class я посетила 5 стран Европы. Я была в восторге от этого на самом деле. И сейчас я, ну, пока еще не очень сильно воспринимаю новый старт. Но так долго ждала, так долго молилась за него. Поэтому спасибо огромное. Пусть в этот великий пост, раз так произошло, значит, все это сделано по Божьей воле. Спасибо.